приветствую вас, мои дорогие подписчики. В этом видео я хочу показать вам вступление из песни группы Ляпис Трубецкой, которая называется «Метель». Либо «Метелица», но я не помню сейчас точно. Вот. Оно мне очень понравилось, красивое очень вступление, довольно-таки несложное. Давайте его разберем с вами. Я думаю, будет интересно его сыграть и научиться играть. И в качестве того, что здесь очень интересные аккорды еще используются, я думаю, вам понравится. Итак, давайте начнем с первого аккорда. Такое довольно-таки звучание, такое просторное, прозрачное, как его еще назвать можно. Значит, здесь мы зажмем третьим пальцем четвертую струну на седьмом ладу. Вот. И указательным пальцем мы зажмем третью струну на пятом ладу. Вот аккорд у нас будет состоять всего лишь из двух этих зажатых струн. Остальные струны, которые мы будем использовать, они будут у нас открытые. Итак, еще разок, четвертая струна на седьмом ладу, третья струна на пятом ладу. Вот такой вот аккорд. В правой руке мы сыграем. Пятая, четвертая, третья, вторая, третья, четвертая, третья. Вот здесь мы будем располагать правую, значит, руку. Вот таким образом большой палец мы поставим на пятую струну, указательный на четвертую. Второй на третью, и третий палец мы поставим на вторую струну. Вот такую позицию у нас займет кисть правой руки. Итак, еще разок струны, которые мы здесь сыграем. Пятая, четвертая, третья, вторая, третья, четвертая, третья. Пятую мы начинаем большим пальцем. Итак, мы сыграли с вами первый аккорд. Дальше переходим ко второму аккорду. Тоже красивый очень аккорд. Здесь мы зажмем опять пятую струну, но уже на пятом ладу третьим пальцем. Далее указательным пальцем мы зажмем четвертую струну на третьем ладу и мизинцем зажмем третью струну на пятом ладу. У нас получилась пятая и третья струна на пятом ладу, а четвертая на третьем ладу. Пятая, третья, четвертая. Точнее, извините, пятая, пятый, четвертая, третий. Третья, пятый. Вот такой вот аккорд. И здесь третий палец, указательный и мизинец. Второй палец мы не используем в левой руке. В правой руке мы сыграем. В правой руке мы сыграем немножко по-другому. Не так, как в первом аккорде. Мы сыграем пятая, четвертая, третья, вторая. Пятая, четвертая, третья, вторая. Давайте повторим первый аккорд. Третий аккорд. Третий аккорд мы сыграем, зажмем пятую струну на седьмом ладу третьим пальцем. Пятая на седьмом. Далее четвертую струну на шестом ладу вторым пальцем. И мизинцем мы зажмем третью струну на седьмом ладу. Вот такой у нас будет аккорд. Пятая на седьмом. Четвертая на шестом. Третья на седьмом. Указательный палец мы использовать не будем. Здесь третий палец, второй палец и мизинец. В правой руке мы опять сыграем то же самое, что и в первом аккорде. Пятая, четвертая, третья, вторая, третья, четвертая, третья. Давайте повторим с вами все три аккорда. Первый. Дальше нам нужно будет сыграть только одну открытую пятую струну. Большим пальцем сыграли пятую открытую струну и далее вот такой вот проигрыш. Что мы здесь делаем? Итак, мы сыграли с вами открытую пятую струну, ее мы уже не глушим. Далее мы зажимаем указательным пальцем третью струну на пятом ладу и третьим пальцем зажимаем четвертую струну на седьмом ладу. И теперь нам нужно будет сыграть одновременно сразу две эти зажатые струны. Это четвертая на седьмом, пятая, точнее, четвертая на седьмом, третья на пятом. Мы будем использовать указательные вторые пальцы в правой руке. Нам нужно сыграть два раза подряд эти две струны одновременно. Раз, два. Далее нам нужно сделать будет слайд. То есть не отжимая, не убирая пальцы со струн, с этих ладов, где мы их предварительно зажали, мы ведем по этим струнам.
пятого лада третью струну мы переместим указательным пальцем до седьмого лада, а четвертую струну с седьмого лада мы переместим до девятого лада. Вот, то есть мы двумя пальцами по зажатым струнам проведем вправо на два лада. Вот таким вот образом. Дернув в начале, вот где у нас третья на пятом, четвертая на седьмом. Раз, два. Потом провели. И вот здесь, где мы остановились, здесь у нас получилось третья на седьмом, а четвертая на девятом. Здесь еще раз две струны эти дернем одновременно двумя пальцами. И опять проведем. Но здесь уже проведем немножко по-другому. Сделаем слайд по-другому. Третью струну мы доведем указательным пальцем до девятого лада. То есть так же, как и здесь, через два лада проедем. А вот уже четвертую струну мы уже, вот казалось бы, надо бы сюда, как в прошлый раз, но мы ее доведем до десятого лада. То есть этот мы сместим на два лада третью струну, четвертую только на один лад. Вот таким вот образом. Дернули и довели. Довели указательный палец по третьей струне с седьмого на девятый лад, а третий палец по четвертой струне с девятого на десятый. Вот таким вот образом. Были здесь, провели сюда, не меняя пальца. То есть не переставляя, а вот как раз первый и третий у нас вот сюда перейдут и все. Еще разок повторяем это место. Вот таким вот образом. Еще разок. Раз, два, идем. Раз, идем. Слайд, слайд. Итак, продолжаем дальше. Дальше опять то же самое, что и было в начале. Первый аккорд сыграем. Второй. Третий. И опять пятую открытую. После пятой открытой мы здесь опять будем играть слайды с двумя струнами. Зажмем указательную на восьмом ладу первым пальцем и третьим пальцем вторую струну на десятом ладу. И также дернем одновременно сразу эти две струны, первую на восьмом, вторую на десятом. Два раза. Раз, два. И сместим их, сделаем слайд на лад влево. На лад влево, это они у нас должны получиться первая на седьмом, вторая на девятом. Была первая на восьмом, вторая на десятом. Делаем слайд. Первая на седьмом получается, вторая на девятом. И так еще разок. В начале первая на восьмом, вторая на десятом. Дернули два раза. Раз, два. Потом делаем слайд. Ведем по прижатым струнам на лад влево. Получилось. Сразу двумя пальцами ведем. Получилось первая на седьмом, вторая на девятом. И здесь они у нас остановились. Мы еще раз их дергаем одновременно. И ведем до пятого лада, но при этом нам уже вести только можно уже одну первую струну. То есть первую струну с седьмого указательным пальцем мы доводим до пятого лада. А в это время третий можете отпустить, он нам здесь не особо нужен. Палец я имею в виду. Вторая струна нам здесь не особо нужна. Еще разок. Вот таким вот образом. Можно сыграть без слайда. Так же, как и здесь, можно без слайда. Слайды по двум струнам.